по терновым зарослям лета. Идем. Видно, как высота терновых зарослей. Это глубина, это прозрачность, колючность. Они цепляют тебя по всем параметрам тела. Если не попадешь в струю, проколят, расколят и достанут. Они еще небольшие на уровне головы, но уже кусючие. Терновник рулит. Между ними попадается шиповник, который впивается в руки, ноги и шипит колючками. Вот мы влезли выше головы терновник. Теперь придется ползти по низу, наверное. Да. Где-то внизу. Это терновые колючки. Вы видите, какие они острючки. То есть, если наколешься, будет шашлык. Башлык. Какой-нибудь шашлык. Вот мы зашли в маленький тупик. Из него надо выбраться на волю. Где ты, воля, воля, воля? Ух ты, воля моя, воля. Газмановская песня. Нет, он продолжится. Вот, вы видите, заросли высоко. Вон они, где. Между ними кустики растут абрикосов. Где-то яблок. Впереди растет маслина. Классный шашлычок получился. Ладно, идем дальше. Так, здесь клевер внутри даже есть. Вот он, клевер, подскакивает. Он где-то растет. Без солнца, он рвется к солнцу. А терновник не дает ему. Говорит, а куда ты лезешь? Я тут хозяин. Колючий хозяин. А. Итак, мы выходим на полянку, на которой растет трава, не дающая ничему расти. Это называется какой-нибудь пустырник, не знаю, как его называется. Желтенькая такая травка. Она круто выкашивает всех. Ой, тут чистотел. Вы видите, чистотел прекрасный. Там маслинка, там шиповник. Тут полянка. О, полянка без терновника. Здесь тоже что-то растет такое, которое не дается. А! Вау, 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 вау! Тут берест будет жить. Вот она, полянка. Тут растет одна вишня. Одна вишня! Которая может быть превратиться в большое дерево. Расти, расти, вишня большая будешь, вишневая. Ой, вижу вишенку. Да, здесь кусты вишневые были, надо их найти. И вот они, вишни, тут июльские, свежие, ранние. Вот, вы видите, спелые вишенки. Сейчас мы фокус наведем. Видите, сочные. Смачные вишенки. Сорвем, попробуем. Кислющая. Ну, классная. Так, идем дальше. Насколько хватит карточки снимания. Терновник тоже спеет потихонечку. Розы, розы, розы. О, мы выходим на плантации. Где-то тут была земляника. А, тут трава закосила всю землянику. Забила. Хотя нет, земляничка есть. Сейчас будем искать. Хотя еще не сезончик, но примерно где-то рядом. Вот они, земляничные плантации. Через недельку будет спелая ягодка, если не зайдет. Вот даже тропинка есть, кто-то ходил. Круто, начинаются земляничные плантации. Вот они, земляничные плантации, вы видите полностью. Еще даже цветущая. О, это через 2 недели будет. Круто, поспевание. Созерцание будет разное. О, там клевер в плантации. Красота.
То есть созревание будет неделя плюс одна, плюс две. Короче, 3 недели земляники нам обеспечено. Вот клевер уже цвелся. Земляника еще. Только начинается. Впереди все. Земляничная плантация супер. Тут можно собрать тонны земляники. Будет что и как поесть. Там абрикоски молоденькие. Во, вишневые плантации. Земляничка. Ну, начали. О, уже есть спелая. Да. Почти вы видите земляничку, почти начинает петь. Короче, неделька это точно будет. Вонючая. С вонючкой. Вот она, вы видите земляницу. Которая одним боком уже красная. Это значит, через 5 дней она будет уже полностью готова, поспела. Yes. И мы знаем эти плантации. Они недалеко. Часть их отбы. О, да тут вообще тут все черное, красное. Да вы шо. Супер. Yes, земляника уже пошла. А я не взял, куда набрать. Ну ладно. Вот, вы видите земляничку свежую. Да, тут уже почти готово. Земляничные кусты. Ладно, пускай поспеет. Мы сейчас за черешней. А землянику оставим на 2 часа позже созревания. Вдруг она созреет, и мы ее успеем поесть. Все, всем привет.